После перерыва из-за пандемии вновь заработал консультативно-диагностический центр. Он функционирует на базе КГБ номер один и может похвастаться услугами, которых нет в обычной поликлинике. Например, ультразвуковое обследование глаза и лазерное восстановление зрения без госпитализации. Начиная с самых простых операций на веках, там даже халязион, если есть необходимость, до высокотехнологичных. Мы делаем и пересадки роговиц, но катаракты, естественно, это 90% наших операций. Причем катаракты мы делаем самые сложные, от которых отказываются частные клиники. Мы можем и подшивать хрусталики. КДЦ сегодня – это 18 профилей диагностики для жителей со всего Подмосковья. Не выходя из офтальмологического кабинета, можно сделать все обследование, говорят в КДЦ. На вооружении специальная техника, в том числе производство Красногорского механического завода. Вы знаете, я же в аппаратах не понимаю. Аппаратов было очень много. И закапывали, и просвечивали, и везде смотрели всякими приборами. Очень хорошее, внимательное отношение врачей. Очень хорошее. У меня жалобы, в принципе, не было. Потому что я говорю, я просто слежу за своими глазами. В среднем за год консультативную помощь на базе нашего диагностического центра получает порядка 11 тысяч человек. Часть пациентов получают также высокотехнологичную медицинскую помощь после консультации специалистом. Красногорская городская больница номер один не стоит на месте и планирует развивать консультативно-диагностический центр. Записаться на прием к специалистам консультативно-диагностического центра можно через лечащего врача своей поликлиники. Он выдаст направление. Ежедневно в КДЦ обслуживают по 18 пациентов, и пройти обследование за один день вполне реально, говорят медики.